нет времени учить язык, понимаю, у меня тоже нет. Но, возможно, у вашей проблемы есть простое решение. Вот представьте, у вас наконец появилось время, чтобы позаниматься. Что вы делаете? Возможно, начинаете выбирать, что бы вам посмотреть, что послушать, какие упражнения сделать. Когда вы наконец решили, что делать, ваше свободное время уже закончилось. Если это ваш случай, все, что вам нужно делать, это просто планировать вашу практику заранее. Запишите свои планы на 2 недели или даже на месяц вперед. Какой контент вы собираетесь смотреть, слушать, читать и так далее. Вы удивитесь, как много времени у вас вдруг появится.